На Кореневском карьере собрались любители квадроциклов. Соревнования приурочили ко Дню защитника Отечества. Рев моторов, скорость, морозный ветер не спугнули даже самых маленьких любителей драйва. Яркая балаклава, перчатки, шлем. Гонкам на квадроциклах готова. Анастасия Йорова – единственная женщина, которая соревнуется сегодня в заездах. Поддержать участницу приехали ее муж и дети. Рождение своего старшего сына я ездила, это было там лет 12-13 назад, но это были только любительские соревнования, потом был перерыв. К состязаниям вернулась 3 года назад. Анастасия, как и все остальные, соскучилась по скорости. На соревнования приехали участники из столичного региона, Тамбова, Воронежа и Брянска. В очередной раз решили провести соревнования по традиции, так скажем, на льду. Ну, более интересно, чем проводить их на грунтовом покрытии. Трасса сложная, но те, кто попробовали, пока все довольны, всем нравится. Снежную трассу проверили, старт соревнованиям дали. Гонщики участвуют в парных заездах. Так быстрее, да и дух соперничества не теряется. 2 круга участникам нужно преодолеть на время. Отдельно провели детский показательный заезд. Смотри, сюда, это бензобак. Скорость переключать здесь, хорошо? Самому юному участнику 3 года. О безопасности своих чад родители не беспокоятся. Главным правилам научили и любовь к адреналину привили. Ну, папа участвует, дедушка участвует, мама нет. В соревнованиях участвовали 50 человек. Победителям вручили кубки и аксессуары для транспорта. Айтадж Чирагова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.